Эй, всем привет! Это игра Shadow of Doubt. Сейчас поиграем в конец 20 века. Планету охватила гипериндустриализация. Старая Бурбонская империя пала, уступив Соединенным Атлантическим Штатам. Впервые в истории на выборах президента победила мегакорпорация Stage Cola. Уровень моря неуклонно повышается, превращая города в изгаженные острова. Простые рабочие мечтают о жизни в Уговине. Немногим выпадает шанс увидеть элитный пенсионный район своими глазами. Конкурирующие корпорации борются за власть. За порядком следят силовые структуры, приватизированные Stage Cola. Говорят, справедливость притаилась в тени. Shadows of Doubt. Посреди ночи. Время 1:04. Вторник, январь, 3. Ваша квартира. Не могу спать. Кажется, холодно. Включите ночник. Никак не привыкну, что тебя нет рядом. Кстати. Ладно, хватит тут валяться. Чтобы бежать, удерживать. Ага. Включите свет в гостиной. Да, мы и тут включу. О, сих. Заперто. Ой-ой-ой. Роли в Shadows, да, всегда состоят 4 цифры. Если вам повезет, вы можете узнать их. Одна искать. Если вам повезет. Компьютер работает? О. О. Ну, 4:51 что-то было написано. И здесь пора нужен. 0451. Может, он тихо? Угу. О, тут еще и все шкафчики можно открывать. О, гром гремит, земля трясется. О, чемоданчики. О, записка. Изучить. Последнее предупреждение. Письмо найдено по адресу. Письмо. Тут мы были. Пароль изменен
на 12:34. Так, мы посмотрим. 12:34. О! И что тут у нас лежит? Распад генома и угроза здоровья при использовании гибридных наборов синхронизации. Профессор Сэм Умеки. Приборы для генетического секвенирования. Что, я тут письмо, что ли, получил? Нажмите X. Что-то я подобрал. Дешифратор. Даже клавиатура. О-о-о! О! Чё бы так не играть-то теперь? Так, чё у нас тут? В профиле граждан могут быть указаны их уникальные характеристики. Полное имя, голос, фото, изображение, описание внешности. Котик. Синхронизация. Ой. Почта. С Новым годом! Ассоциация бывших сотрудников полиции поздравляет вас с Новым годом! Привет, диджей Котик. Я вычеркиваю свое имя из договора с арендатором. Все документы уже готовы. Пришлю свой новый адрес, когда смогу. Не забывай платить за квартиру. А, все понятно. Надо? Вот так. Все. Котик мой, не кричи. Чё орёшь? Соникс. Чё орёшь? Мяу да мяу. Мяу да мяу. Включите свет на кухне. Я не хочу на кухню свет включать, что это. Так, там все стоит. Телефон. О. В процессе исследования мира вы будете находить различные телефоны, у каждого из которых свой собственный номер. Вы сможете выполнить следующие действия. О, адресная книга. Че, и тут номера, да? Квартира. Описание. Ничего интересного нету. Че, сесть. А еле свет на кухне включает. А? Так, свет включили. Так, если вы находитесь на достаточном расстоянии, доступный здесь отображается. Иду.
пушка, у кого поехала. Алло, алло. Алло, кто это? Чего молчишь? Алло. Реклама, что ли? Так, письмо. Ассоциация бывших сотрудников полиции. Мы всегда вас поддержим. Понятно. Что за ключ? Получим ключ. 303. Гом хуёс. Наверное, от моего дома, да? Пластик. Ладно. А что такое? В одной двери лежит записка. Доска преступления. При изучении предмета появляется окно с соответствующей улики. Кнопка верхней части окна позволяет закрепить его на доске. Преступление. Для дальнейшего использования. Доска преступления. Ага. Предметы отображаются в виде значков. Перетаскивайте их из одного места в другое. Угу. Как вам хочется. Чтобы появилось окно улики, выберите нужный вам значок. Факты или связи отображаются в виде нити. Наведите на нее указатель мыши, чтобы узнать больше. С помощью клавиши F вы всегда можете перестановить игру и вернуться к доске преступления. Найдите человека. Они Джонсон. Создать связь. Интересно, там просил. Так, посмотрим. Он не Джонсон, кажется, я не знаю его. Если это по работе, то так дела не делаются. Найдите в своей адресной книге человека по имени Онни Джонсон. Ну давайте. О, Онни, вот тут, да? Онни Джонсон. О. Это... Ну что-то так надо, да? О, Джонсон, да? Точно. Так, надо связь сделать. Так вот. Так, это вот его номер. Сейчас посмотрим. Квартира его. Ага. Место на карте так не показывает, да? Составить маршрут. Это что у нас? Ага. Найдите старое снаряжение детектива. Не буду больше всех выключать. О!
Не могу сказать, можно найду что-нибудь, что мне поможет. Отмычку надо купить. Угу. Поищите отмычки. О, договор аренды моего дома, да? Понятно. Банковская выписка. Моя. Свидетельство о рождении. Группа крови А плюс. Ну ладно. Пойдемте искать. Нужно что-то найти. Дайте мне шпильку. О. Отмычка. Точилка, пластик. Идея. Я же подобрал ее. Ничего не понял. А почему ее нету? Зачем я только взял? О, батарейка включена. Да. Ну, пойдемте взламывать замок. Так, просто эту точилку. Чтобы открыть унитаз, нужно появиться меню, в котором отображается. Ну, это понятно, это было уже. Так, 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 так. Сканировать. Саня, плюс 30 отмычек. Так, наручники. Сканер отпечатков. Так, это вот адрес всего, да? Может, это уже смотрели. Воспользуйтесь дверной ручкой, откройте квартиру. Да. Чё, у меня же ключик был. А где мой ключик? У меня же был ключ, я подбирал его.
Отсюда я подбирал ключ. Там делся. А, ну вот. Закрыть. Все. Закрыли. Здравствуйте. Добрый день, как вас зовут? Не твое дело. Злой. Ладно, пойдемте. И все злые. А чё я это? Это лифт же? Ну. И не на лифте. Поедем на лифте. Ой-ой-ой. Ну, на первый этаж. Что это первый этаж? А она что, ниже надо? Это что, в подвал? Закроем. Ой, снег идет. Так, куда нам теперь? Большая карта. Так, так, так. Оп, мимо прошли. Сюда? 802. Так, это у нас тут какие? 8 этаж, что ли? Здесь можно? Так, вот мы и пришли. Ну, постучим. Вам из какой-нибудь комнаты проверьте, нет ли там камер. Если вас беспокоит их наличие, включите камеры с помощью связного с ними или пресчитать систему безопасности. Электросчетам ведут красные провода, которые тянутся от системы безопасности. Ага. Ключи в желудках можно поискать под дверными ковриками. В большинстве комнат есть система вентиляции. Если у вас получится найти безопасный ход, это отличный вариант. Если вы спешите или у вас не осталось других вариантов, можете выбить двери. Это, конечно, шумно и может не получиться с первого раза. Так. Сфокусируйтесь на ручке, чтобы взломать замок, или найдите другой способ попасть внутрь. Проверить снизу. О! Ключик. Получили ключик. Так, что у нас тут? Камеры. Вот, да? Надо отключить ее, да?
Что случилось? Ну, нафиг. Все, нас не выключил. Всякий случай изучить. Сегодня тебе нужен ствол, будет тебя ждать, постучишь, затем зовешь пароль Милбери. Калтон тебя будет ждать. Так, давайте. Те, кто его знает, будем отмечать вот так вот. Этот мужик тебя должен был ждать. Угу. Что такое? Угу. Киара ждет вас в Индиго. У нас чуть это что такое? Так, книжка с его контактами. Captain D Company. Нет ничего такого. Вот Киара. Какая-то его ждала. Тоже его знает. Тоже добавим. Голубенький. Киара. Так, это вообще давай. Что такое? Ток. Лента. Такое мантия, бумажный коробок с спичкой. Тут-то что-то это чуть темно. Так, а как свет-то как? О, господи, труп. Найдите удостоверение личности, фотографии, чтобы установить. Так, давай сначала снять отпечатки. Неизвестный гражданин. Изучить. Так. Так, обыскать. Изучить тело, я могу предположить, что жертва была хладнокровно застрелена из пистолета или револьвера. Убийство произошло в промежутке между 0:30 и 1:45, вторник, январь 3, 79 год. Неизвестный гражданин. Лужа крови на полу.
черный. Так, попробуем найти удостоверение. Пусто. Опа, сейф. Что это? Отнесите этот флакон в местную синхроклинику, чтобы улучшить один из установленных синхродисков. Ага. Опа, чек. Сохраните для заполнения налоговой декларации. Позвони мне. Джейк. Еще какой-то человек. Так, там мы нашли чек. На нем этот какой-то джек. Соедини. Продолжить. Так, дальше что? Ну так заполнено, надо что-то вытянуть. Опа, кассеты. Так, а чтобы посмотреть, нужен магнитофон, да? Опа! Онни Джонсон. Корбан Технологис. Офис менеджер. Карточка сотрудника. Запомни конец свой пароль 1428. Знай свое место. Сколько тут улик? Онни Джонсон. Новый договор. Спасибо, что связались с нами по вопросу заключения договора о страховании жизни. Спрей. На химической чистке. Свет включить.
вообще нету. Всего взять можно. Steam такая вообще, кошмар. Так, еще есть какие-нибудь свечки тут? Так, надо найти удостоверение личности. Так, это что? Какие книжки? Это. О! Удостоверение. Все определились, это он. Мы нашли его. Спросили его найти, мы нашли. Дальше сами разберутся. Так. Хорошо. Давайте. Дальше разобраться в этой игре. Нужно поискать какие-нибудь улики еще. А какие тут еще могут быть улики? О, свет включился. Наберите 541 4 0. Раз, два, три, четыре. Последний номер был с этого звонка. Сюда. Так. Так, а какой там последний номер был? Надо позвонить на этот номер, наверное. Пятьсот пятнадцать, три, четыре, девяносто девять. Пятьсот пятнадцать, тридцать четыре. 99. Кто бы это ни было, я не хочу с тобой разговаривать. Добрый день, как вас зовут? Не твое дело. Вы не наблюдали ничего странного? Не скажу. А, не хочет мне отвечать. Хорошо, до свидания. Ладно. Так, в инвентаре возьмите сканер. Изучите отпечатки пальцев. Чьи? У
Вопрос, чьи черты брать? Тоже неизвестно. А нет, принадлежит... О, это этого отпечатки пальцев. Понятно. С этим мы разобрались. Но принадлежит ему. А вот этот неизвестно. Еще. Еще. Тоже его. Что, да? Поищите улики на месте преступления. Ах ты, что мог бы купить? Его. ЧБ тоже. Иногда полезно бывает порыться в мусоре. Выброшенная упаковка с жареными во фритюре картофель кусочками. Прям вообще прям нужна вещь такая. Ладно, что еще? Использованная бумажная салфетка, смоканная. Тоже нужно. Старая банка. Это старая школа. Вот, нужна такая вещь. Ладно, оставим. Покиньте здание. Сваливаем. Возьмите в мэрии что-то там бланк заключения по делу об убийстве. Ладно, пойдем. City Hall Ground.
Ранг получен. Чтобы посмотреть задачи по делу, нажмите кнопку заключения в правом верхнем углу. Чё? Что-то так это слабо видно. Чтобы посмотреть задачи по делу, нажмите кнопку заключения в правом верхнем углу. А, доски заключения. Можете назвать полное имя убийцы. Нет, конечно. Арестуйте убийцу. Не обязательно. Вы можете доказать, что убийца был на месте преступления. По телу. Где живет убийца? Не могу сказать. Вы нашли орудие убийства? Что-то я не подумал. Так, и что нам делать? Номер не сходится, да? Хорошо. Cotton D Company какой-то. Нужно зайти в Global Technology, там работает он не, вернее уже не работает. Вот. Пойдемте. Или я могу заглянуть в Indigo Hair Kitchen. Он не частый посетитель этого заведения. Угу. Почти каждое расследование можно проводить по-разному. Вот несколько зацепок, доступных в данный момент. Выберите одну, чтобы было с чего начать. Но помните, детектив в основной игре, вам придется думать самостоятельно. Не забывайте, что это симулятор, поэтому некоторые зацепки могут вас завести в тупик. Такая уж работа, что поделать. Так. Проверить офис, проверить закусочную, проверить телефонные звонки. Найдите шкафчик с телефонным маршрутизатором в здании Роузбудинг. А, вот туда, вот там. Она что-то показывает, типа туда идти. Сейчас посмотрим. А, ну вот, сюда надо. Запика. В смысле запика. Ты чё? Может сюда? А, ну да. О. А что ж такое? Опять незаконно проникновение. Где они там отключаются? Эти камеры. Мамеры. Толк от этих камер, все не пойму.
так не придут. Журнал звонков. Так, а нам какой нужен был? Блин, я уже не помню. 802. Вот. От Stabs Deluxe. Ага, отсюда звонили. Стабс Делюкс звонил, да? Джей Кинг. Вместо Стабс Делюкс звонил этот стрип Джей Кинг. И все, да? Stabs Deluxe. Stabs Deluxe. Так. Ну, довольно-таки с подсказками еще как-то ладно. А так без подсказок тяжело будет играть. Тем более. Здесь постоянно искусственный интеллект все. Все это происходит. Все вот эти действия будут делать искусственный интеллект. Сюда что ли? Ничего не было. Ну да, стрелочка сюда покажет. А, ну да, став делюкс. Там же написано, блин, пароль, я же сохранил. Че я не могу вот этим воспользоваться? Аарон Смит. Я был где-то возле Холлс Булдинг. Я знаю человека с таким именем. Яра Брянт. Мы виделись где-то Стабс Делюкс, кажется. Я не в курсе вообще. Угу.
меня уже отмычек не осталось только. Вообще пофиг. Булдинг. Это Роуз Будник, так нам нужно, получается. Так, найдите звонок, соответствующий тому, который вы садились за не Роуз Будник. Ну. От Роуз Будинг. Найдите звонок, соответствующий тому, который вы следили в здании Роуз Будинг. Вот, вот он звонок этот. Что дальше? Что? Вот. Идите на место по адресу 1202. Вот. Еще один адрес. Все, ремонт окончен. Здесь. Что там все, что ли? Наверх? Что, прям вот в здании? 12.02. Еще наверх. Еще наверх. Да куда ж только наверх, 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 наверх. И все наверх. Оп. Это что у нас? Мусора, мусора, ходят мусора. Да сколько ж тут наверх подниматься? 13 этаж. Ого. Пропустите. Здравствуйте. Здравствуйте. О! Начнем. Законное действие.
Сейчас. Все это ставим. Ой, не так, бери потом. Вот, все это ставим. Кто-то идет делить. Кто такой? Поговорить. Здравствуйте. Добрый день. А это личное. Я заплачусь назвать свое имя. Несусь я не свое дело. Я столик тебе заплачу. Скажу. А если тебе. Ладно. А ты офигел. Ну-ну. Так, секундочку. Ой, не то нажал. Так. Отпечатки пальцев сходятся. Я не знаю, как его зовут.
он знает, где тут, которого убили. А как его имя, мы не знаем. Вы не наблюдали ничего странного? Нет, ничего такого. Я арестовываю тебя. Да. Так, нам нужно. Сиди. Опа-на. Зашли в тупик. Не зашел я никакой тупик. Опа-на. Еще один неизвестный гражданин. Сообщник. Любовь, пепельница. Опять не то. Чуть-чуть не то. Не то. Пароль я не знаю. Так, есть что-нибудь? Так, ну попробуем. Он у меня еще и напасть хочет. А, выбрать. Все. Где живет убийца?
выбрать. Вы нашли орудие убийства? Орудие убийства? Начались орудие убийства. Блин, а какое орудие убийства? Надо подумать. Орудие убийства. Я арестовываю. Все. Так, я вам сказал. Нажал. Ну все. Кто-то меня там преследует, что ли? А что он так долго едет? Давай, 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 давай. Это он наш первый, давай. И побыстрее! Я этот медленно иду. Сейчас сдаем дело. Та-ра-та-там. Ну а что, он мне нападал? Он дрался со мной. Значит, он виновен. Все, сдаем. Я отправлю на рассмотрение. Подождите. Вы можете назвать полное имя. Что там, что там? Я же эту убийцу угадал. А, ну нафиг, это не тот, который рядом. Потому что где живет убийца, то правильно показал. Дело не раскрыто. Попробуйте еще раз. Ну. Игра интересная. Но очень долго затягивающая. Пока что. Хватит. Так что, если всем понравилось, то понравилось. Всем пока. Скорых встреч.